Международный женский день впереди, а праздник уже в Химках. Впервые в городском округе выступает пианист, народный артист России Денис Мацуев. Знакомы ли химчане с его творчеством и что ждут от концерта, узнала наша съемочная группа. Знаете, кто такой Денис Мацуев-то? Ну, естественно. Все смотрим «Синюю птицу». Мы его боготворим. Очень он нам нравится. Программу пока не знаю. Пока программу не знаем, но ждем. Я думаю, будет, наверное, Рахманинов. Небольшой дебют сегодня и у Екатерины Шолховой. Она, многодетная мама, все свое время посвящает малышам и уже забыла, когда последний раз выходила в свет. На концерт попала по приглашению главы Химок Дмитрия Волошина. Очень благодарна и рада, потому что не каждый может попасть сюда, потому что это по приглашению. Ну и я думаю, что понравится всем, мы будем довольны. Последние приготовления. Зрители уже в зале. Прозвучал третий звонок, и началась музыкальная магия. Пятьдесят минут чистого экспромта, без остановок, на одном дыхании. У меня 8 марта каждый день. Я вот цветы получаю практически каждый день на сцене. Вот, хотя для меня это большая честь, и я очень люблю, когда люди открывают свою душу, но я больше люблю дарить. Я поздравляю вас, желаю вам самого-самого всего наилучшего, здоровья, счастья, любви, конечно же, и почаще приходите на концерты классической музыки, мне у вас очень понравилось. У меня какая-то мысль есть, что я сюда еще вернусь обязательно. Спасибо. К поздравлениям присоединился глава городского округа Дмитрий Волошин. Я хочу вам всем пожелать любви, большой любви, счастья и семейного благополучия. От всей души. Праздник. Аплодисменты, цветы, совместные фотографии и памятный приз для музыканта. Тарелка с символикой города. Слова благодарности губернатору Андрею Юрьевичу Воробьеву за такой шикарный подарок для женщин Московской области. Ну а женщины городского округа Химки, Дмитрий Владимирович, я уверена, не без вашего участия, получили самый утонченный, самый роскошный подарок. Спасибо большое. После концерта бурное обсуждение в фойе. Чувствовалась весна, и это чудесно. Настрой нашей публики соответствующий. В общем, здорово. Очень понравилось. Спасибо нашему губернатору. Виртуозность. Да, и на одном дыхании. Просто я даже не заметила, как так быстро прошел концерт. Концерт, конечно, потрясающий. Публика очень довольна. Конечно, ждем его еще раз. Потому что концерт замечательный. Спасибо большое артисту и организаторам. Денис Леонидович, супер. Праздничный концерт посетили больше 800 человек. Активисты общественных организаций и представительницы прекрасного пола, которые работают в социальной сфере. Вместе с ними насладились премьерой Ксения Каретникова и Дмитрий Бочаров. Служба новостей.